пытался. Но вы не поверите, у нас самое быстрое награждение в истории психологии. Мы его начинаем! И сначала у нас пойдут спецпризы от других фестивалей. Открывает данную номинацию, назовем это так. Оргкомитет фестиваля «Тогучий». Аплодисменты! Вас, дорогие зрители, хотела бы пригласить на «Тогучий», который пройдет в Москве 5 февраля. А приз от оргкомитета нашего фестиваля достается руководству эфира «Ричема» «Косплей». Косплей дом в мифологии Китая Ахи Мизу. Есть? Есть кто говорит приз? Или передать? Аплодисменты! Следующий спецприз будет от ведущей фестиваля «Тогучи». Вот она. Всем привет. Ромашка уже сказала, что мы будем очень рады видеть вас через неделю на «Тогучи». Если честно, было очень сложно выбрать спецприз, потому что вы все офигенно крутые. Я посмотрела с первого по четвертый блок, не отрываясь. Это потрясающий фестиваль. Спасибо, что позвали меня сюда. Но после долгих дискуссий с моей помощницей мы выбрали из Action Defile «Человек бензопила». Если вы здесь, бегите. По-моему, это было очень круто. И вас поджидает ваша любовь. И это все вы однажды найдете. И это однажды будет уже в конце лета этого года. А еще мы можем с вами встретиться на городских мероприятиях, потому что, ну, какая смена лагеря без сходок отрядов. Так, я немножечко заболтался, извините, пожалуйста. И мы переходим к награждению победителя, которого определила жюри в лице нас. Ну, меня и организатора ПВС. Извините, волнуюсь немножко, давно не выступал по такой аудитории. Это Гуиян. Потрясающая хореография, потрясающий образ. Выступал буквально минуту, но очень сильно впечатлила. А в каске белый кот. Привет старейшему отряду КБА! Спасибо большое! Следующий у нас Корги-фест! От «Хлебной булочки»! Очень рада здесь быть. Спасибо большое всем выступающим, организаторам за этот прекрасный день, зрителям, за поддержку, которую они оказывали. Я сам из города Рязани, представляю Корги-фест, который будет проходить 1 апреля этого года в городе Рязани. Ждем всех с удовольствием, всем рады. И долгими переговорами с Рязанью, потому что сегодня один тут, спецприз мы решили вручить
планета сокровищ. Капитан Анели. Пускай тогда подойдет, я буду у входа в зал. Передайте кто-нибудь. Еще раз всем спасибо за замечательный день. Ждем всех в Рязани 1 апреля. И это не шутка. Вам спасибо большое. А далее на сцену приглашается оргкомитет фестиваля «Атом Фоскон». Встречаем. Привет, привет, привет. Очень быстро, конечно, всегда хочется сказать очень много-много хороших слов про организаторов ЮКИ, но сейчас я не буду это делать не потому что, а просто потому что нет времени. Быстренько очень. «Атом Фоскон» пройдет 10 июня этого года. Наконец-то мы вышли на летний месяц, и соответствует названию летнего фестиваля. Вот. Вереницы автобусов от метро также будут предоставлены, то есть трансфер, вы это все знаете, кто знает. Вот. Небольшие сувенирчики хотел бы от нашего дружного фестиваля, вашему дружному фестивалю. Итак, первый спецприз и замечательные маленькие сувенирчики, и самое главное, плакат с девизом и лозунгом, которым мы бдем, бдим и будем бдеть. Это косплееры наше главное достояние, потому что действительно вы наше главное достояние. За кулисами согласны? Правильно? Похлопайте, пожалуйста. Все согласны, конечно же. Итак, у меня три небольших пакетика красивых, вот таких космических. Итак, дипломный обладатель спецприз от фестиваля «Атом Фоскон» с большой любовью вручаю Фрикас и Гвенпул. И все, где овации и все такое, свистки и прочее. Сакулы, ребята! А, ты сакулы же! Я тебя очень-очень буду рад видеть на «Атом». Давно пора бы уже все приезжать. Спасибо тебе большое за твои косплей и твою работу. Следующий спецприз уходит. О, это суперский косплей! Это очень давно подобного не было. Он очень красивый, милый и очень хорошо выполнен, этот косплей. Это замечательный стрелятель из крутой мигающей пушки прямо в ваши сердца. Купидон с Эрзаки. Есть ли уже уехала с Эрзаки? Купидон! Зачем вы настроили Купидона? Где Купидон? Понятно. Ладно, отдадим, наверное. Но это не отменяет того, что мы все равно будем рады видеть его. И третий спецприз. О, этот зажигательный танец. Как же просто, вообще было круто. Ten Letters. Это была просто пушка-бомба. Это то, чего очень не хватает нашему фестивалю, поэтому я очень тебя прошу и приглашаю. О, господи, как она это делает. Спасибо тебе большое, я тебя жду на нашем фестивале «Атом Фоскон» 10 июня. Ну, а нашему Купидону я закину куда-нибудь туда, где он там находится. Спасибо большое. Спасибо большое. Я еще приду. Возвращайся к нам! А мы переходим к следующему фестивалю. И он называется «Татакаэ». Привет. С вами организаторы клуба «Татакаэ» Януш Кацурик и Тюремша. Для начала мы бы хотели поблагодарить наших организаторов «Юки Нодери» за такой шикарный фестиваль. Также волонтеров. Вы просто все супер. И участники, между прочим, тоже супер. Итак, спецприз от клуба «Татакаэ» получает... Спецприз от клуба «Татакаэ» получает Кацуна Мику Юго.
человека к успеху. Ждем тебя на нашем фестивале! Благодарим спасибо. Вас! Спасибо вам, спасибо! Дорогие друзья, на сцене представители Тяньца Фест! Всем привет! Хочу пригласить вас всех на наш косплей-фестиваль. Основная тематика которого – китайская культура. Он проводится 8 апреля. Обязательно приходите. Не упустите возможность поучаствовать в конкурсной программе. Сегодня мы хотим вручить спецприз от фестиваля по групповому дефиле косплеерам Хиде и Шизун Кос. Надеюсь, они здесь. Благословение небожителей. Также мы хотим пригласить этих ребят участвовать в нашей сценической программе. Убедительная просьба написать нам в группу ВКонтакте, чтобы мы смогли с вами связаться. В общем, вы молодцы, поздравляем! Спасибо вам большое! А следующий фестиваль – это Фан-Фан! Всем привет, меня зовут Семен, я организатор фестиваля Фан-Фан. Спасибо. Он пройдет у нас 3 июня в Нижнем Новгороде. Хотел бы поблагодарить организаторов фестиваля Юрий. Я хочу сказать о том, что это было очень и очень интересное мероприятие. Я к тому, что в каком из фестивалей вы когда-нибудь видели, чтобы выкатывали рояль на сцену? Не один раз, а дважды. Просто. Вот, а по поводу Джоджо, который был просто бесподобно. Так, я хочу сказать, что попросить вас поаплодировать организаторам этого фестиваля, поблагодарить их за то, что они сделали для вас. Спасибо. Ведущим спортивный сценарий был прекрасен. Итак, по поводу нашего приза. Так как я уже слышал, этого человечка у нас, к сожалению, здесь нет. Сена Канзаки. Это у нас Кубидончик. Если кто-то есть из знакомых Кубидона, кто может, поднимись, пожалуйста, на сцену. Отлично. Здравствуйте, я тебя. Что дает тебе спецприз? Ты можешь прийти на наш фестиваль без подготовки, то есть... Я имею в виду то, что человек вне конкурса проходит нашу сценическую программу. Поздравляю еще раз. Супер, спасибо вам большое, спасибо. Друзья, наши специальные гости, представители не заканчиваются. На сцену приглашаются представители Альтерфеста. Ребята, я понимаю, вы устали, но поддержите, они приехали сюда, к нам, в гости. И хотят наградить одного из участников. Здравствуйте. Как уже объявили, Альтерфест, также наша команда проводит Nightmare Pony Night и некоторые другие мероприятия, которые будут скоро заанонсированы. Вот. Так как сейчас ближайший фестиваль у нас не планируется, я немножечко расскажу о том, что такое Альтерфест. Может быть, вы в будущем заинтересуетесь им. У нас мультифандомный фестиваль, и главное, скажем так, фишка нашего фестиваля в том, что в рамках фестиваля у нас проходит квест, поэтому все посетители, независимо от того, участники косплея, просто зрители, стендовики, ярмарка, все могут повлиять на сценарий фестиваля. В конце мы выясняем, кто победил, как закончилась наша сказка. Ну, в общем, надеюсь, вас это заинтересует, и вы приедете к нам на фестиваль, очень ждем. А сегодня я хочу наградить от нашего фестиваля, честно говоря, фандом максимально редкий, и, ну, я не могла этого не сделать, извините. Косплеер с ником «Павший с небес» Джин Мори. Ну, давай, смелее. Ты
ждем тебя на фестивале и вас всех тоже. Спасибо большое, Юки Наудове тоже спасибо за гостеприимный, за гостеприимство. Вам тоже огромное спасибо. Следующий спецприз от военно-исторического клуба «Орден Возрождения». Здравствуйте. Мы, конечно, немного выбиваемся из представителей фестивалей, но мы надеемся, что мы здесь не в последний раз, хотя и в первый. Наш военно-исторический клуб занимается фехтованием на саблях, на мечах. Также мы реконструируем Русь, татар и прочее. А также мы начали заниматься косплеем до того, как это стало мейнстримом. Сегодня у нас две награды и что-то незапланированное. Награда за лучший костюм, сделанный своими руками, получает Foam of Logic, More Utopia и исполнитель. На сцене представители фестиваля Киоми. Всем добрый вечер. Я рад представлять фестиваль Киоми, который пройдет 18 февраля в городе Старый Оскол. Хочу вручить сертификат команде Эль Раунсе, что считается, ну, и приглашением, и автоматически без отбора и, ну, и взносов. Ждем на нашем фестивале. Есть кто-нибудь из этой команды? Эль Раунсе. Надеюсь, я правильно произнес. Очень
надеюсь вас там увидеть. Возможности, свяжитесь с организаторами фестиваля. Сегодня очень красиво. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, сейчас буквально вот несколько минут, и мы начнем награждение основных конкурсных номинаций фестиваля «Юки на Одере». А пока напоминаю вам о том, что сразу после фестиваля в клубе «Концерт Холл» пройдет автопати нашего фестиваля. Билеты можно приобрести все еще, мы всех там ждем. Пати 18+, там будет много музыки, интерактива, конкурсов. Приходите, мы вот сейчас наградим вас и... туда. Отдыхать душой и телом. Да. Может, мы даже переодеваться не будем. С Мирой в маршруточку сядем и поедем. А сейчас мы с Иваном проверим готовность наших основных призов.